В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. Сегодня у нас в гостях Алексей Лихобабин, член правления Рязанской федерации альпинизма. Здравствуйте. Привет, Дина. Вообще, расскажи, почему вы поднялись в этом году на Монблан в таком составе? Вместе с вами в группе был незрячий альпинист. Ну, Монблан – это мечта любого альпиниста. Считается, что именно с этой вершины начался альпинизм как вид спорта. Ну, не зря альпинизм – Альпы, и даже название вида спорта, оно происходит от названия этих гор. И любой, это как мекка любого уважающего себя альпинизма, знаковая вершина. Естественно, на нее хотелось подняться. И друг вот мой Андрей, он несколько раз пытался на нее подняться. У него не получилось, два раза он пытался подняться. Не получилось, почему? Первый раз не было погоды, второй раз они пошли ранней весной, было очень много снега, и они просто физически не смогли этот маршрут осилить, эта группа, ну, не хватило сил. Да, они даже до штурмового лагеря не дошли, там по пояс было снега. Очень сложно было передвигаться. Пришлось спуститься. Да, конечно, получилось спуститься, я бы так сказал. И он, так сказать, исследовал всю инфраструктуру вокруг горы, он уже знал все, что куда там подниматься, как действовать, ну, только вот последний рывок не получалось сделать. И, соответственно, у нас был друг, мы с ним познакомились в 2015 году на Эльбрусе, так что очень классный человек, Александр из Ростова, и ну, так получилось, что он получил травму, занимаясь альпинизмом, и у него потерял зрение. И для него тоже это была мечта, и так как ну, Андрей более-менее знал инфраструктуру, у меня там достаточно большой опыт альпинизма, мы подумали, что мы можем ему поднять. К тому же Александр и уже после своей травмы уже очень классно, ну, достаточно уверенно, скажем так, естественно, не наравне с обычными людьми, достаточно уверенно ходил на горы, несложные маршруты относительно, и поэтому нам показалось, что это вполне реально, хотя для нас это было таким вызовом, челленджем. Вообще, как прошел подъем? На самом деле все прошло достаточно хорошо, но ну, там только на подходе нас дождь один раз застиг, и было неприятно, но не более того. А так погода была идеальная, да, на вершине был ветер, чуть было холодно, но это нормально. То есть погода была для восхождения просто там, ну, можно сказать, что там на пятерочку с минусом. То есть вот лучше даже там не хотелось хотеть. То есть все было нормально. И тоже Андрей и Саша, они тоже нормально отработали, мы даже достаточно быстро подняли. Некоторые там обычные группы с такой скоростью не поднимаются на вершину. Сколько остановок сделали, прежде чем попасть на вершину? Штуки 3, наверное, или 4, я не помню, уже не считал. Там обычно как делается? Идется там час идется, 10 минут отдыхается, час идется, 10 минут отдыхается. То есть по такой обычной схеме в туризме, в альпинизме принято движение. Ну, пришлось ночевать там на горе? Да, конечно, пришлось ночевать, и штурмовой лагерь, он находится на высоте 3800 метров, это приют Гуте, и это была крайняя остановка перед штурмом вершины, соответственно, с нее 1 километр набора высоты по там, снегу, льду и по гребню к вершине. Виды какие там красивые? Виды с горы очень красивые. Я когда первый раз на Монблан поднимался, это было мое второе восхождение, и вид там на Шамони, на горы окружающие, все горы ниже, там нас, вот этот путь, и ну, так оно завораживает. Я первый раз увидел с горы открытый бассейн в Шамони. Я не знал, что он там есть. Я спустился вниз, пошел в бассейн, такого мне не померещилось. Ветер сильный на вершине? Был ветер пронизывающий на вершине, но не настолько сильный. Я встречался с ветрами, которые просто сбивали с ног. И в этом же Нонгел где-то был примерно 10-15 метров в секунду. То есть, когда ветер 30-35 метров в секунду, вот такой уже просто тяжело на ногах стоять, практически невозможно. Этот ветер, он больше давал дискомфорта холодового, чем мешал движению. То есть, да, он тоже был неприятный, но как бы... Мы всегда такое ожидаем, особенно на высоте. Для нас это рабочий момент. Но это не помешало развернуть там флаг? Было сложно, но мы это сделали. Потому что флаг Ренгорода Рязани мы развернули. Там развернули флаги своих компаний. И в ветер, он мешал его нормально распрямить. Приходилось там к себе прижимать, чтобы хоть что-то было видно на этом, так сказать, что это был... Наш флаг рязанский, наш любимый флаг. Сколько он уже с вами путешествует? О, этот флаг со мной путешествует уже на протяжении 5 лет. Мне его подарил известный рязанский альпинист Елисей Топорков.
покоритель скал Пастухова, это достаточно известное место на Эльбрусе, и он мне его отдал, это был его флаг, он с ним ходил, а потом в какой-то момент дал он мне, и я выполнял с этим флагом второй разряд по альпинизму, у меня есть фотография, где я там нахожусь на вершине, мы в двойке с товарищем ходили, я закрывал второй разряд, и после этого он там периодически со мной или с Андреем путешествует. Вот тут в какой-то момент я его потерял, а тут я смотрю, Андрей его разворачивает на Монблане, я говорю, а я думал, он потерялся, он говорит, это он у меня был. То есть флаг путешествует по горам уже достаточно долго. Все-таки альпинистами не рождаются. Вообще, как ты пришел вот к этому увлечению? Наверное, теперь уже и профессии. Все началось с туристического клуба Рязанского государственного радиоучреждения университета. Он называется «Альтаир». Ты все-таки в университете учился кто-то по профессии? Я учился в Рязанском государственном радиоучреждении университете. Я по первой специальности инженер по специальной средств связи с подвижными объектами, радиотехника. Но так получилось, что когда я учился в университете, я занимался плаванием, я был капитаном сборной команды по плаванию, мне было, я как там видел какие-то афиши, что-то, фотографии туристические, меня заинтересовало, но мне было не до того реально, потому что я прям был в спорте целиком. Я закончил университет, как часто бывает, там работа, какие-то там другие интересы. В какой-то момент, через 4 года после окончания вуза, я понимаю, что я там каждый день провожу на работе до 8, до 9 вечера. Я работал на себя, мне было интересно, с одной стороны, но в какой-то момент у меня ничего, кроме работы, в жизни рутина, не было. Да? Да, и я понимал, что я без спорта не могу. Я там ходил что-то в тренажерку, но все это было не то. И когда у меня один товарищ, мы просто с ним случайно созвонили, просто с другом созвонились с ним, по-моему, это был июнь месяц, и он говорит, а я через месяц иду в горы в поход. И я говорю, подожди, с кем? Он мне рассказывает, вот поход, там Альтаир, все дела. Я говорю, записывай меня, я хочу, да. Я прям почувствовал, что это вот то, что мне нужно. Я сходил в свой первый поход, это был 2009 год, 2010 мы попали в альплагерь, и там я прошел так называемую программу подготовки на значок альпиниста России, когда тогда нужно было две вершины сходить, сейчас одну. Просто первая вершина, человек ее проходит, он становится альпинистом. Вершина сколько должна быть? Или это не имеет значения, какая высота, имеет значение, какой маршрут. Она должна быть самой простой категорией 1Б. Самая простая базовая категория. То есть человек проходит этот маршрут и дают ему удостоверение альпиниста России, он им становится. Соответственно, я прошел эту программу, и мне настолько альпинизм понравился, то есть я его понял как спорт, мне как спортсмену тоже он мне был понятен. Я влюбился, собственно, с тех пор каждый год, иногда по нескольку раз я езжу в горы. Что самое сложное в первом походе было для тебя? В самом первом походе... Страх какой-то был или уже нет? Страх высоты, например. Так получилось, что у меня страхов практически нет в горах. Мне приходится, наоборот, себя сознательно ограничивать и вот эту опасность оценивать, прежде чем я постоянно пытаюсь куда-то там залезть, реально где опасно. То есть мне приходится думать, прежде чем делать, для того, чтобы сохранить свою жизнь. Из сложных, пожалуй, была просто непривычная среда. И я помню свой первый день, когда мы идем, я просто не очень понимал, как с горами взаимодействовать. Там, естественно, высота, недостаток кислорода. То есть не то, что недостаток, а там давление, скажем так, давление меньше, поэтому его меньше усваивается. Процентное содержание такой же кислорода в воздухе, просто давление его меньше. Я иду, высота 2000 метров, я иду, что-то мне подышать хочется поглубже. Я думаю, я почаще подышу. Я такой, глотков 5 сделал почаще. И прям чувствую, у меня в глазах темнеет. А я шел за руководителем, говорю, Денис. Он говорит, что тебе плохо? И я такой, на склон присел. Где-то на секунду так меня, не потерял я сознание. И вот эти вещи, они, естественно, собственно, приходят, как взаимодействовать с горами. Там тоже я себе взял зачем-то, начал прыгать там, вместе с рюкзаком уже на последнем спуске, когда мы спускались. Просто чтобы быстрее спуститься, я прыгал с ним. На следующий день я не мог идти просто из-за того, что колени себе подвыбил. То есть вот такие вроде глупые ошибки, но они приводили к сложным ситуациям. То есть недостаток опыта, пожалуй, был, естественно, самым сложным. Но было настолько интересно, что все остальное померкло в сравнении с этим. Сейчас в Рязани создана Федерация альпинизма. Вообще, чем она занимается, для чего она нужна?
Мы создали федерацию для того, чтобы поддерживать спортсменов. Потому что у нас сейчас скалолазание, например, стало олимпийским видом спорта. И уже вот на ближайшей Олимпиаде полноценно будут выступать. Соответственно, в городе у нас, ну, это наша структура спорта, должна быть федерация у каждого вида спорта, которая оформляет разряды, там, осуществляет поддержку спортсменов, там, получает финансирование из бюджета, ну, в общем, такие вот организационные вещи. У нас... Даша Топоркова, кто президент нашей федерации, она занимается с детьми, ведет детские группы, и у нее достаточно на хорошем уровне дети выступают уже на российском. А мы не могли до этого момента у себя проводить соревнования, потому что у нас не было федерации. Мы не могли оформлять разряды детям, тоже потому что не было федерации, чисто такие организационные вопросы. И примерно то же самое, если говорить про альпинизм, то это, ну, если так разобраться, он не совсем вид спорта, потому что нет равенства условий. Как в другом виде, гора, она каждый раз разная, каждый раз там одна команда прошла, через час другая идет, это уже совсем другая гора, потому что другая погода, ну, так образно может быть, там. И потому что сравнивать оно не, там, некорректно с другим видом спорта, то есть достаточно условные, эти разряды, они тоже достаточно условные, потому что, ну, как-то так, это больше про работу человека с дикой природой, и для меня это такая тоже взаимодействие, познать себя, взаимодействие с дикой природой. Соответственно, тоже там, но все-таки у нас он как отнесен к видам спорта, есть разряды, их нужно оформлять для того, чтобы потом можно было участвовать в других мероприятиях, там, не с теми, с кем до этого ходил, чтобы было подтверждение. А у нас тоже этой возможности не было, мы там делали через Владикавказские, через московские клубы, ну, и так вот эти две вещи сошлись, и альпинистам, и скалолазам вроде стало нужно, и мы решили оформить организацию, там, зарегистрировать ее в Федерации альпинизма, Федерации скалолазания, ну, и вот, соответственно, объединить тех и поддержать тех, кто хочет заниматься, потому что у нас тоже ресурс есть, и тренерский, и организационный, и есть люди, кто в Рязани хочет заниматься, собственно, некуда было пойти податься. Вот мы. А много таких людей, которые хотят? На данный момент у нас в федерацию вступило 34 человека, но из них там часть это тех, кто раньше занимался, они просто решили нас поддержать, там вступили, часть те, кто активный спортсмен. Например, Александр Топорков поднялся 12 августа на Маттерхорн. Это вторая по значимости гора в Альпах. Она высотой примерно 4400 метров. Там можно посмотреть эти фотографии горы. Она похожа на большой каменный зуб. То есть она очень классно смотрится со стороны Швейцарии. Там с Италии не так эффектно, но со стороны Швейцарии вот вселяет такой... Прям, ну вот красота неописуемая. Стоит скальный зуб, хотя он стоит 4400, но на нем нет снега, нет льда и только камни. И там два дня лезть по этим камням, самый простой маршрут четверка, ну, то есть из шести возможных, то есть более простых маршрутов нет. И вот Саша со второй попытки, они первую попытку осуществили примерно где-то 7-8 числа, но не было погоды, там весь маршрут снегом завалило, он подождал чуть-чуть, они акклиматизировались и с второй попытки поднялись на Маттерхорн. Саша тоже один из наших членов управления, инструктор по альпинизму, он работает с новичками, со спортсменами. А какие планы есть у федерации у тебя на будущее? У нас планы по подготовке, соответственно, скалолазов. Расписана программа на этот год, и там мы планируем и победу там на российских соревнованиях. Соответственно, на следующий год мы хотим организовать сборы полноценные с большим, чем в этом году, количеством. В этом году у нас там 3-4 человека поехало на сбор. Соответственно, в следующем году мы хотим там пару десятков вывести, и новичков в том числе. И моя мечта – это подняться, моя цель на следующий год – подняться на пик Ленина. Это семитысячник на Памире, такая тоже одна из знаковых вершин бывшего Советского Союза, ну и теперь тоже. Она достаточно сложная физически, скажем так, потому что очень далекие, большие расстояния, очень далеко идти, ну и 7000 это очень серьезная высота уже для, в плане акклиматизации, это уже высотный альпинизм, другая дисциплина пока что, я в ней особо, ну кроме Эльбруса, но Эльбрус 5642. Соответственно, разница огромна между этим. Будешь тренироваться? Тренируемся мы постоянно. Конечно, буду тренироваться и будем готовиться к этому восхождению сейчас. Организационно продумываем. Это тоже будет летняя поездка, да? Да, это летняя поездка будет. И сезон там июнь-июль, август. Так же, как практически во всех горах, когда более-менее тепло, большой световой день. И
Ну да, пожалуй, вот эти два фактора, потому что световой день и температура. Потому что при у нас с каждыми 100 метрами на примерно, если в теории, то на 1 градус, так где-то на 0,7 градуса уменьшается температура. Соответственно, на высоте, даже на высоте Монблана можно посчитать, там где-то на 30 градусов холоднее, чем внизу в Шамани. Соответственно, в Шамани 30 градусов, на Монблане 0. И, ну или там совсем вытекаешь, 20, там минус 10. То есть там всегда мороз на этой высоте, а когда зима, там просто сильнее мороз. В гостях программы «Городские встречи» был Алексей Лихобабин, член правления Федерации альпинизма Рязанской области. Спасибо, что пришли. Спасибо, Дина, что пригласили. Я с вами на этом прощаюсь. Это была программа «Городские встречи». До встречи на телеканале «Город».